приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Приступил к сборке газогенератора. Уже повставлял практически все лопатки, кроме ремонтной. С ремонтной тут не все так просто оказалось. Все-таки, ну, очень-очень страшно ее устанавливать, друзья. Поэтому я еще потратил, ну, где-то примерно час времени, исследовал ее на трещины. Есть у меня маленький микроскоп, он до 160 крат увеличивает. С помощью него я и исследовал. В общем-то, трещины очень даже хорошо видно, и я нашел одну маленькую и уже ее ликвидировал вот таким способом. Ну а что делать, ребят? Лучше пусть будет маленькая выемка, чем маленькая трещинка, которая потом может разрастись. Я, в принципе, даже предполагаю, из-за чего она произошла. Просто здесь лист металла упирался и при охлаждении натянул на себя вот эту часть. И из-за этого произошла трещина. Сейчас я здесь все заполировал, хорошенечко обсмотрел. Посреди лопатки трещин нет, будем собирать. Также в данном видео, думаю, составлю уже окончательный чертеж узла. Это был первый эскизик. Вот так он получился. Это маховик, здесь подшипнички. Решил использовать закрытые. Здесь всего лишь 3000 оборотов будет. Но зато укрупненные, чтобы вал был толстый, чтобы можно было различные, кстати, муфты вот сюда присоединять. То есть, ребята, намек на то, что это еще не окончательный проект. Бэха и коробка нам еще послужат для испытания других двигателей. Не только турбовальных. В общем, это был первый эскиз. Здесь был второй эскиз, немножко более подробный, но как-то в меньшем масштабе. Теперь остается лишь начертить уже точно по размерам. Но чтобы приступить к черчению, нужно собрать газогенератор, потому что стол перегружен. Здесь просто тупо негде этим заниматься. Перед тем, как приступать к сборке, ребят, очень хорошо прочистил отверстие для подачи масла. Потому что это очень важно. Что я только не делал, применил все методы. И пневмопистолетом продувал, и продувал различными аэрозольными жидкостями. В частности, вот как вот это, очиститель тормозов. Лабиринтное уплотнение состоит из нескольких деталей. Ну, во-первых, вот это вот центробежное отбивает масло, потому что оно также вращается на огромных оборотах. Далее здесь есть еще вот такие лабиринты. И внутри на валу тоже есть лабиринты. Когда это все дело изношено, ребят, ТРДХ будет бросать масло. Ну, на моем втором турбостартере оно, по крайней мере, бросается. И очень даже неплохо. Так, ребят, теперь важная операция. Нужно вставить ротор турбины. Здесь есть метки. Вот они. Которые нужно совмещать. Эти метки есть везде. И на втулке переходной. И там, и там. Короче, везде они есть. Их нужно совмещать. Немного стопорнулся, довел до вот такого состояния движок. Есть какой-то непонятный люфтец. На подшипнике вроде бы не должен люфтить. Может, какие-то есть люфты там дополнительные. В общем, ребят, стопорнулся на прокладке. Надо ее поехать прикупить. Здесь миллиметровая прокладочка нужна, чтобы соединить вот этот кожух. Поэтому пока откладываем и займусь чертежом. Без кофе. Здесь ну никак не обойтись. Эх, вот куплю новую готовальню. Вот тогда и заживем, ребята. Ну а пока вот так получается. Это вырисовывается вал. Это я маховичок уже изобразил. Ну а это переходная плита. Вот она родимая. Ох, и не завидую я любителям экономить металл. Стружки будет столько, что вы забудете обо всем на свете. В общем, здесь вот этот корпус решил сделать еще больше.
Потому что по-любому, я так смотрю, придется мне сращивать с двух половин. Нет такой болванки у меня гигантской, что под сих и до сих было, да еще и большого диаметра. Когда-то была такая болванка, но я сделал с нее сопла. В общем, теперь придется сращивать на резьбе, резьба будет вот здесь. Уже, в принципе, все массогабаритные детали известны. Видно, что примерно 50 килограмм стружки придется сточить, потому что диаметры здесь гигантские, ребят. Ну, как и обещал, будет крупногабаритная токарочка. В общем, дело весело пошло, продолжаю чертить. Приходят очень интересные мысли на ум. В общем, все будет отлично, я чувствую. Прямо будет чумовой агрегат. Поехали растачивать целый корпус. Интересно, нормально ли я его выставил? Думаю, да. Надо снять немножечко металла. Подобрал размерчик, теперь все относительно легко собирается. Я не знаю, почему она была такая кривая, эта штука. В общем, теперь можно собрать и закрутить, и поставить форсунки, и поставить стартер. В общем, все собрать теперь можно воедино, будет готовый агрегат. Здесь, кстати, прокладочка сохранилась. Просто фантастика какая-то. Новые щеточки, все новенькое. Ротор новенький. Как такое люди выкидывают? Итак, стартуем! Непонятно, есть вибрации, нет вибрации. В общем-то, в работе все будет видно, ребят. Сам агрегат готов. Положим его пока на полочку. Будем думать, что с ним делать дальше. Пока что все еще стоит острая необходимость завершить чертеж. Увидимся через секунду. Наконец-то чертеж готов. Он имеет всего 4 основных детали. Это муфта подключения к турбостартеру. Правда, здесь еще не до конца придумал, как сделать храповой механизм. Он будет располагаться вот в этой части. Основной вал, на котором будет крепиться маховик, и муфта, под который, собственно, покупались вот эти подшипники. Ну и корпусные детали. Вот одна половинка, вот вторая, которые ввиду отсутствия гигантских болванок буду соединять на резьбовом соединении. Вот оно, резьбовое соединение посредине. Да и, собственно, это мне нужно, друзья, для того, чтобы сделать унифицированное устройство. Как и, в принципе, любое другое устройство на моем канале. При желании можно будет вот эту часть выкинуть, оставить торчащий вал с маховиком и сцеплением уже готовым. И сюда можно ставить хоть шкив, хоть еще что-то прикручивать, любую другую силовую установку и испытывать. Также здесь есть несколько мелких деталей. Есть проставка между подшипниками. Есть, опять же, на резьбе вкручивающиеся стопорные гайки. Вместо стопорных шайб. Таких гигантских у меня нет. Да и как-то гайками можно лучше откалибровать, лучше отцентрировать. Также куча крепежа. Придется обработать вот эту титановую заготовку. Я ее снял со свободной турбины турбостартера, уже пробовал нарезать резьбу. В принципе, все получается, ребят. Очень-очень даже хорошо, что резьба нарезается. Потому что как-то раньше я пробовал в титане нарезать, но это было безуспешно.
Здесь вроде бы все норм. Но сначала нужно сделать, наверное, я так думаю, корпусные детали. И можно будет начать вот с этой, самой гигантской. В следующем видеоролике вас ожидает ревизия вот этой вот турбины. Это свободная турбина. Хочется посмотреть на редуктор, на состояние подшипников. Ну а также разобраться с принципом действия вот этих механизмов. Потому что в книгах и я вообще нигде не нашел, как это все устроено, как работает. Здесь есть контакты и хотелось бы снабдить какой-никакой автоматикой эту свободную турбину. Чтобы не было перекрутов, чтобы ее, собственно, не разорвало. Поэтому мы пронаблюдаем, что там у нее внутри в следующем видеоролике. Его долго ждать не придется, потому что это всего лишь разборка. Ну а потом приступим к токарке уже, собственно, девайса. Может, еще за это время какие-то внесу сюда корректировки. Может быть, вы опять же что-то посоветуете. На этом у меня все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Такое вот не особо наполненное видео, честно говоря. Я хотел больше сюда вложить. Но хочется услышать ваше мнение о чертеже. Я сделаю хорошую фотку в конце. Сейчас она появится. Можете рассмотреть повнимательнее. То есть это все в масштабе 1:1. Ну, на миллиметровке видно, я думаю, будет. В общем, хочется услышать ваше мнение. То есть муфта будет заходить вот сюда. Здесь, видите, есть какие пазы и хочется сделать какой-то храповой механизм. Пока еще вот единственное, что не придумал, так это храповой механизм. Ну, либо повкручиваю какие-то вертыши вот сюда, чтобы они торчали и зацеплялись намертво, без всякого храпового механизма. Но это такой вариант, самый бедный, так сказать. А если побогаче, то хочется сделать, чтобы оно прощелкивалось еще, когда газ сбрасываешь. Двигатель начинает терять обороты, но чтобы автомобиль не замедлялся при этом. То есть торможение двигателем, чтобы не происходило. Хочется снабдить механизм такими функциями. Ну, на крайняк, как я уже говорил, сделаю пеньки, чтобы намертво заблокировать проход. Ну, в общем, все. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Изучаем чертежик, ребят.